Всем бонжур, друзья мои! Сегодня у нас ролик на канале, как я покупал квадроцикл. Лежит уже, что я 27 марта его покупал. Забыл про него вообще что-то. Вчера вспомнил, думал, о, а то не актуально было. Думаю, дай выкладу. Иду Юлечку встречать. Так, номера я еще не получил. Сегодня инспектор звонил, говорит, в базу данных квадроцикл еще не внесен. Ну, по Кировской области нету в базе данных. Второй день вносят. Говорит, можно вечером завезу? Если нет, то, говорит, фиг знает, когда. Завтра он уезжает куда-то там по колхозам. Ну, не знаю, в общем. Ладно. Как, чё, все покажу. О, Юлечка едет где-то на этом автобусе. Все. Ну, ворота примерзли. Итак, показываю. Как видим, второй квадроцикл я угнал вчера пацанам на шиномонтаж. Ну, там у них слесарка еще. Что делать будем? Мы будем... Они уже вчера защиту сняли, крестовину нашли разбитую. Что-то, видать, у меня шабарчала там крестовина, говорит, размолола. Редуктор мы, наверное, скинем на старом квадроцикле. Может, разберем, может, нет. Если... стук был из-за крестовины, то оставим, потому что там нормальный редуктор, в принципе. Ну, в общем, я все покажу вам на том квадроцикле, вечером, наверное, съезжу. Так, здесь я что хотел вам показать. Мороз у нас опять был всю ночь. Давайте сейчас... Как меня научили инжектор заводить? Секунду. Сейчас я установлю камеру. Камеру в лучшем положении установлю. Все. Камеру установил, давайте попробуем. Они как сказали, пацаны, что еще не притерлось ничего. Вот насос накачивает, да, видим, слышим, вернее. Опа, выключили. И говорит, еще раз включи. Два раза, сейчас посмотрим. С первого ли зараза заведется. Перелил даже немножко, видели? Не сразу же схватил. Немножко перелив был. Ничего, нормально. Чуть-чуть. Два раза, если так делаешь, заливают свечи, походу. Ну ладно. Все. Смотрим дальше. Всем бонжур, друзья мои. Так, число сегодня какое, не помню. Март где-то. Едем сегодня забирать квадроцикл новый. Позвонили с сервиса, говорит, все. Готовченко, можете ехать. Ну, забирать, в общем. Мерседес мы взяли, хотя там обещали, говорит, мы можем сами доставить. Уж не стали напрягать никого, попробуем загрузить в данный автомобиль. Не знаю, что получится, постараюсь все снять. Так что вот такие дела. Здорово, пацаны. Саша, как жизнь? Да. Все нормально тогда. Все. Сейчас что будет интересное, покажем. Что неинтересно, не покажем. Посмотрим. Должны сегодня привезти. Море не приключаемся, будет интересно. Погнали, как обычно. У нас еще зима. Сейчас мы едем за этим товарищем, а впереди стоит ДПС там на горе. И на хундайчике мужик нас сначала нас обогнал по сплошной. Я про камеру-то забыл включить, смотрю, думаю, сейчас газик пойдет обгонять. Тоже его обгоняют, а там они его тормозят. Он здесь останавливается на обочину, сплошную пересекает. И поехал обратно, они запрыгивают в машину и за ним. Я потом только про камеру смотрел, я все наблюдали, сидели, что случится дальше, и уехали туда они. Вот такой момент я пропустил, ребята. Камера в руках и забыл включить. От удивления. Я
я от наглости водительской. Все, едем мы в город. Город-герой Киров. Проезжаем или заезжаем. Ну. Так, опять мы на заправочке заливаем полный бак соляры. Тут у них товарищи работают сами, наливают. Я вам скажу, чтобы только бензина не налили. У вас был такой случай? У нас один раз был, на дизеле парень приехал, мы бензина налили. Ох, они долго его тут сливали, стояли. Новецкая заправочка. Так, на сколько мы заправимся? Полный бак у нас. 60 литров, это 2008. Ой, бензин дорогущий. Медведев сказал, что понижение цен на бензин не предвидится. В связи с... заморозить будет. Чего не заморозить, сейчас уборка начнется. Сегодня новости я смотрел вроде с нефтяниками, опять какое-то там соглашение не сделают, заморозят цены на топливо. Нефтяники. Нефтяники сами, бедолаги, акцизы платят в 3 раза больше, чем положено. Так, заправились на 3215 рублей, 68 литров. Здесь у нас все по фэншую, обслуга есть. Чук-чук и все. Раньше им денежки давали, потом местная власть на мини-маркете запретила мелочи им оставлять. Это, говорит, зарплаты хорошие, нечего людей подкармливать, портить. Не в ресторане, мол. Все, сейчас по объездной доедем. Нам сказали к 3, к 3-4 можете делать. Не знаю, попробую я, что я сейчас буду еще смотреть. То есть, что наснимаю, что не наснимаю. Может, толстым нам пускай он поснимает. Проблема была трапики, как загружать в мире надо в этом. А он говорит, у нас трапики есть, не суетитесь. Останется проблема, как выгрузить. А он там почти 500 с чем-то килограмм висит. Ну ладно, посмотрим. Приехали. Квадрик тут стоит уже, готовит. Нет, нормально. Ну, а так представляю, у меня тут лужа. Смотри, чтоб не выгнали. Сейчас все покажем. Вот такую штучку повесили. Смотрите, как у меня такой же. 502. Такой он. Уставший немного. Да. Вон все надо возить тебе. 360 штук всего. Вот такой у нас будет. Только черного цвета. Такой, да, побольше он мой. Гораздо. А и машинка, которая Юльке понравилась. Замечательно. Да. На этом ковр большой бот. Он специальный. Что, примерять не будешь? Что? Свою задницу в него. А что примерять-то? Нормально? Чуть такое, удобненький. Вот с этим кофром это вообще огромный. Сейчас расширители поставят. Чуть расширители не прокараулили.
ты еще что-то хотел посмотреть? А подогрел это ручек? Чё? Стоят. Так, а где? В Чикаго не включаются, где? Вот. То есть двойка посильнее, единичка послабже. Ну, не сядем. Угу. Чё, пойдёмте оформлять? Пойдёмте. Масло ты хотел еще и шлемак. Подпори сейчас, поворотить топором, потом разберемся. Что-то я на радостях-то забыл снять все это, как мы заезжали. Ну, вообще, сколько ходка-то. Моментально заскочил. Что-то вообще весь потерялся. Все, сейчас поедем. Еще разгрузить его на обвод. У нас нету этих штучек-то, да? Ладно, уж там дома-то придумаем что-нибудь. Все, покажем. Остановились проверить, не отвязался ли, да сейчас еще его закрепим. Сейчас еще на заправку заедем. Так, хотя хер знает, заправимся ли мы. Бак здесь, сзади у него стоит. Красотень. Все, сейчас еще съездим в салон сотовой связи. Посмотрим, что да как там будет. Что придумали мы? Нормально. К брустеру заехали, а сейчас на брустер выскочим. Погоди. Что, подкопать можно? Я сейчас выскочу здесь. Без проблем. И все. Так что сейчас нормально все было. Придумали. Провалиться могу, Андрюха. Да ну. Че, я же поеду, так-то буду подать. Здравствуйте. Так, что с утра нет? Во. Ты сейчас, погоди, он сейчас зацепит. Ничего не делай. Че ты, сфоткай его. Кто, я-то? Да, далеко не поеду. Я че, отсюда спрыгну только, просто отъедет и все. Такое мы-то. Ты давай отцепляй его сейчас, ГАИ приедет. Скажи, че тут? Нет, что дорогу чё, перегородили? Едь потом можно за 10 дней. Что, за 10 дней на учет поставить? Ага, паришься в этом. А мне еще страховку надо наделать на него. Сколько страховка? Сколько лошадей? Литровый? Да. Литровый взял. Все, боже, закапывался на улице. На пузырек срисел, все. Сейчас тебе покажем. А? Сейчас будем выводить. А здесь не так. Резко или по-плавному, как думаешь? По плавному. Резко не надо, еще машину двинешь. А ладно, что ты попадешь в кадр, ничего страшного есть. Это ладно, попадаю. С кнопочки заводится? Нет. С ноги. С этого. С кривого, да? О, блядь. Пиздец, как он работает. Давай, выезжай, он проклеен.
Так, Саня, иди сбоку смотри, провалились немного. Да. Выйдешь. Сейчас он отъедет. Там ничего не зацепил на бампер-то своим крюком? Не, нормально все. Нормально все? Не, нормально. Замечательно. Давай. Что, на пониженной? Давай, на пониженной. Он литровый должен. Ну вот, ёпки. Больше переживали. Больше переживали. Сейчас, Саня, садись, довезу. Давай, на. Ча. Работает это, конечно. Да, мощно. Все, погнали. Сейчас, дорога. Счастливый обладатель. Первый, между прочим, в Кировской области. Господа, кто приобрел данный аппарат? Какой трактор? Трактор? Ну такой он, компактненький, вообще четкий. Шлем еще взял. И масло вдруг там подливать чем-нибудь. Все, пойдем сейчас перетаскивать.